Выросшие в Беларуси казахи смогут выбрать президента своей страны. В Минске покажут оскароносный фильм «Король говорит». Вашингтон обсуждает с НАТО планы военного вторжения в Ливию. В Беларуси 9 часов. В студии «Радио Минск» Елена Гришнюк. Здравствуйте. В Беларуси откроют избирательный участок по выборам президента Казахстана. Участок будет работать в Минске при посольстве этой страны. 3 апреля граждане Казахстана, которые живут у нас, смогут отдать свой голос за одного из кандидатов. Их на сегодняшний день 11. В списке для голосования за рубежом внесены около 100 тысяч человек. Белорусы не хотят платить за компьютерные программы. Согласно последним исследованиям, уровень пиратства на рынке компьютерных программ в Беларуси составляет 87%. В других странах Центральной и Восточной Европы этот показатель равен 66%. Меньше всего интеллектуальную собственность воруют в Евросоюзе и Северной Америке. Доля пиратского рынка здесь составляет 35% и 21% соответственно. К новостям столицы. Тренажерные залы появятся еще в 13 школах Минска. По информации председателя комитета по образованию Мингорисполкома Владимира Щерба, на эти цели из городского бюджета выделен почти 1 000 000 000 рублей. Разработан перечень оборудования для комплектации тренажерных залов из 20 наименований. Получение руководства города во всех учреждениях образования, чтобы вы... Что-то о ней. Весна идет, весне дорога. Ну, в общем-то, она и пришла. Чем, собственно, мы вас и поздравляем, уважаемые слушатели. А вы тоже пришли, а вам навстречу весна. Так сегодня случилось, прямо. Да? Да. В американском сегменте станции Discovery. Замен в день. Брокеры, впрочем, опасаются сокрушительного обвала. Политическая нестабильность вынудила уйти многих иностранных инвесторов. Премьер Египта Ахмед Шафик пообещал, если основной биржевой индекс после открытия просядет на 5%, торги остановят на полчаса, если падение продолжится и прекратят до закрытия сессии. Предприниматели недовольны решением правительства. Люди уверены, что это вызовет мощный обвал котировок крупных компаний, владельцы или инвесторы которых преследуются в стране за коррупционные преступления. Саудовская Аравия отправила в Бахрейн 30 танков, 15 автоплатформ с двумя машинами на каждой. Накануне двигались по 25-километровому мосту короля Фахда. Он входит в комплекс сооружений, связывающих Саудовскую Аравию с островным государством. Напомню, протесты в Бахрейне начались 14 февраля. Демонстранты потребовали политических реформ, отставки правительства и установления подлинной конституционной монархии. Составляющее большинство населения шииты требует больших прав и влияния в стране, у руля которой стоят мусульмане-сунниты. За несколько последних дней столкновения в Бахрейне погибли 7 человек. И в завершении выпуска. Новая телебашня «Небесное дерево», строительство которой более 2 лет ведется в центре Токио, преодолела 600-метровую отметку и уже стала самой высокой в мире, обогнав китайскую Гуанчжоу. После того, как будут установлены завершающие купол и антенна, высота японской телебашни составит 634 метра. Как ожидается, монтаж завершится в марте, после чего начнутся работы по оформлению магазинов первого этажа и подходов от станции метро. Башня начнет работать с весной следующего года, однако уже сейчас она стала одним из главных туристических объектов Токио. Многие японцы спешат запечатлеть меняющийся облик небесного дерева именно сейчас, так как именно эти кадры станут бесценным воспоминанием и приобретут впоследствии историческую ценность. Это были новости, с ними также можно ознакомиться на нашем сайте radio.unt.by.